Перед тобой сады Зарока. Здесь все не то, чем кажется. Чтобы выбраться из лабиринта, нужно сперва найти зеленого Джека. Приветствую, сэр Фортескью. Меня зовут Зеленый Джек. Я мастер загадок и властелин лабиринта. Я пропущу тебя, но надо разгадать 4 загадки. Они так дьявольски хитры, что еще никому не удалось разгадать их все. Ха-ха-ха. Итак, первая загадка. Появляются ночью, хоть их не зовут. Исчезают при свете, хоть их не крадут. Thank you.
принцессы. Но загадка про звезды была несложной, просто для затравки. Придешь снова, и следующая головоломка будет куда труднее. Я живу ради смеха, я живу для толпы, без них я ничто. Нежно позаботься о клоуне, окружив его улыбками. Thank you.
Это клоун. Очень умно. Скорее возвращайся. Хочу увидеть твое отчаяние, когда ты услышишь мою следующую хитрую загадку. Голова моя как гора, и шкура как море сера, головою выше крыши, но боюсь малютки-мыши.
меня раскусил. Я притворился, что загадка сложная, но ответ был очевиден, конечно, это слон. Но теперь мне тебя жаль. Над следующей загадкой бесплодно бились лучшие умы поколения. Подойди поближе. С луной и звездами дружу, на солнце свет не выхожу. Зажги фонарь или свечу, я развернусь и улечу. Я так долго придумывал про темноту. Ну что ж, вопреки здравому смыслу, твой съеденный червями мозг одержал победу над моим тонким умом. Возвращайся и получишь свою награду. Считаешь себя умнее всех? Ну что ж, сэр, умник. Я разрешаю тебе войти в лабиринт, но выход ищи сам.
Ой. 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 Туда и обратно, прямо как загробный челнок. Эй, мистер Фортескей, это поговорить надо. Если этот зарок так силен, почему против него выставляют тебя? Ну почему тебя-то? Почему не меня послали? Это я, головоломный кровожад. Пока был жив, у моих ног всегда громоздилась гора трупов. А ты только делал красивенькую смену караула, да играл с королем в крокет. Но я одолжу тебе свой топор. Руби, шинкуй, кромсай. Он жаждет пить кровь не меньше меня. Напейся крови демонов вдоволь, мой гордый красавец.
Как же я рад тебя видеть! Этот Зарок хотел, чтобы я отдал ему темный артефакт. Зарок намерен выпустить демонов из гробницы в зачарованном лесу. Но я ему сказал: не трожь меня, жердина пустобрехая, я мэр! Так и сказал. И тогда он запер меня тут с этими ненормальными. Кошмар! Столько дней я не слышал ни одной осмысленной фразы. Что ж, мне, пожалуй, пора. А ты осмотрись хорошенько. Зарок побросал тут всякое. Вдруг тебе чего пригодится? Даниэль, я хочу тебе подарить одну непонятную вещь. Ты же не против рискнуть?
подобно сороке, дракона-птица сидит на кучке наворованных сокровищ. Ее гнездо следует искать высоко над деревьями. Яйца стоят баснословных денег. Не заходи! За этими вратами усыпальница демонов тени. Сюда входа нет? Демоны тени томятся здесь в заточении, вдали от добра и света, покуда сама земля не разверзнется. Никто, даже темный лорд Зарок, не сможет выпустить их без темного артефакта. Уходи или раздели их судьбу. Возьми талисман демона тени. Это не чистый артефакт, но может он позволит тебе пройти по владениям демонов.
что ты наделал? Демоны тени снова свирепствуют в нашем мире, и все это из-за тебя. Они же самые злые и опасные существа на всем белом свете. А ты взял и выпустил их на волю. Теперь они светятся к развалинам замка Пелегрина. Гэллоумеру конец! Конец!